Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня AS сервер, аккаунт Андрюхи. У нас сегодня еще с вами магазинное безумие. Делается здесь полный трэш, здесь раскупают полностью все, распродано все под ноль. Мы сегодня будем тестировать с вами нового героя. Сейчас нам надо забрать отсюда осколки пэта. 13 секунд осталось. И будем тестировать альфа-самца на битве гильдии. Немножко его переделали. Посмотрим, что с него в итоге у нас получится. Так, обновилось. Где этот мелкий пэт? Есть, забрали. Забрали. И забрали. Отлично. Так, смотрим. Раз, два, три. Пришли награды. Поехали. Сделаем немножко прокачку. Китсуне. И пойдем проходить багажку. Такс. Мешки Валентины. 84 штуки. Просто жесть. Смотрите, сколько плюх. Раньше за ними боролись. Сейчас это все фигня. Так, ладно. Супер питомец. Поехали, посмотрим. 35-й. Китсуне у него уже 35-я тоже. Обычная, наверное, 33-я, да. Вот обычная что-то последнее время хуже качается. Так, в общем, поехали. Ставим нашу новую имбу. Вот такая вот сборка. Я тестировал на подземках. Так, ну я хочу попробовать максимальный деф. Сейчас выставить, посмотреть, как он будет держаться. В снаряге пока у нас стоит суперсила. Но мы это, думаю, поменяем. Так. Созвездие есть, он поставил уклонение, потестируем с уклонами, посмотрим, что в итоге получится. Поехали. Ничего себе. Блин, заходишь сюда питомцев и просто, блядь, печаль и боль. Вот реально. На этом серваке просто трэш творится с питомцами. Так, что я хотел? А, я хотел посмотреть питомцев, суперпэтов. Что у него с чем? Точность, уклон, точность. Львица. Уклон, точность. О, вообще огонь. Морозный дракоша. Уклон. И атака на максималке. Отлично. Поехали посмотрим, что у нас сегодня по противникам интересного. Один слился. Так, двушка. 1.5. 1.6. Двушка. Поехали посмотрим, что тут. Что ожидать от нового героя? Да ни хрена от него ожидать не стоит. Он бьет зонально по зоне. Он больше для PvP локаций будет пригоден, нежели для вот таких вот, как битва гильдии. Вот смотрите. Ну, да, он стоит офигенно. Держится, но толку от этого вообще никакого, честно говоря. Вот он зонально рушит. Вот хила нам не хватает. В общем, печально все. То есть он блокирует по зоне, да, накидывает молчанку. Но дальше никуда не двигается. Ну, толку, по сути, я не знаю. Я не вижу его на битве гильдий в атакующем, по крайней мере, составе. На дефном я видел. Ну, на дефе, возможно,
с водушкой, как вариант. И то опять он только зону перекрывает. Ну все, минуту простоял при таком нормальном причем уклонении. Дальше никуда не залез. То есть он нифига сделать по сути не может. Рея. Тот же самый вариант. Да, он круто дамажит, но отхил, во-первых, у него от Фрей будет урезанный. Миссают. Без варианта вообще. А, вот, кстати, стоит. Давайте посмотрим, нападем на него зефиром. И тоже смотрите, как сливается. Но тут, конечно, отхил, видите, если через него идти такими героями, у которых нет ограничений, он довольно-таки неплохо будет хилить. Такс. Такс. Что там у нас? Немножко картинка сползла. Блин. Ну, не знаю, такое себе. Я, честно говоря, ожидал все-таки более интересного варианта от него. Это при том, что он довольно-таки неплохой прокачки. 17 тысяч уклона. Все равно сливается очень изи. По сути, на сегодня Зефир это самый такой оптимальный вариант, как по мне. У него тут со спектром на атаку собран. Давайте еще против следующего топа попробуем. Вот смотрите. Даже при максимальном дефе, даже если мы сюда СС-ку поставим, без вариантов вообще. Просто тупо без вариантов. Я даже не знаю. Я попробую на более мелких. Что там у нас? 1,5. 1,7. 1,6. 1,68. Так, Бард, Божество, Зефир, Ворожей и Фрея. Попробуем через Фрею забежать. Вот он включился. Смотрим. Ну, фактически слился. Но Фрею наполовину подбил. Что довольно-таки неплохо. Попробуем. А, у Андрюхи нету ворожея. Попробую вместе с Зефиром, с мастером. Всех вместе закину. Отхила нету, надо отхил. Без отхила, конечно, печаль, но блокирует очень круто. Все, его все равно слили, и Зефир практически слился. Зефир слился, скорее всего, божество. В общем, такое себе, честно скажу. Не особо мне он на БГ зашел. На ПВП локациях, других основных, на ЗБшке мне он очень понравился. Надо будет еще потестировать на атаке фортов. Божество в таком варианте его, конечно, долго будет сливать. Ну и он, посмотрите. А, его заморозили. Как летающего. Плюс недомогание.
Что, не дают набрать энергию, что ли? Блокировка. Ну, сейчас пусть включится. Ну, божество тоже ему нифига сделать не может. Ай-яй-яй, я Фрейю выкинул. Ну, в общем, такое себе. Я все-таки ожидал более какого-то интересного результата от него. Но, к сожалению, как видите, это провал, это фиаско, ребята. На битве гильдии герой. Даже сборки с уклонениями хорошими не канает. Ему надо именно включаться, чтобы герои были вблизи. Потому что других вариантов просто нет. Тихо, куда ты полез? Шанс слива делаешь. В общем, такой вот, ребятушки, видосик. Тест, как видите, печальный данного героя. В общем, что я могу сказать? Очередная хрень от AGG. Не знаю, посмотрим еще на PvP-локациях, что будет, но... Увы, увы, битва гильдии, этот герой не особо актуален. Возможно, в дефе надо будет еще потестировать, но на атаке однозначно нет. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.